Бен, ты че, вообще дурак, что ли? Ты че про меня фигню какую-то говоришь? Он обманывает. Бен, а как ты думаешь, кто умнее, ты или Акинатор? Я думаю, что Акинатор. Нет. В смысле нет? Ты че, реально думаешь, что ты умнее его? Тебе даже самому от этого смешно. Мы же все, конечно же, понимаем то, что этот Бен максимально глупый. Ой, Бен, прости. Да я вообще не про тебя говорил, я там про другого Бена. Ага. Блин, мне что-то кажется, что этого Бена лучше нафиг не злить. Ну и как ты понял, у нас сегодня будет самое настоящее противостояние. Бен против Акинатора. И вот Бен все время меня пытается пранкануть. Посмотрим, получится ли у него пранкануть Акинатора. Yes. Я думаю, что у него нифига не выйдет. Для начала я хочу загадать одного персонажа, и ты тоже попробуешь вместе со мной его угадать. И посмотрим, знает ли Бен этого персонажа. Просто Акинатор будет задавать свои вопросы, а мы будем у Бена спрашивать. А там уже будем решать, правильно или неправильно. Ваш персонаж женского пола? Бен? Нет. Молодец, правильно. Нет, не женского. Ваш персонаж видеоблогер? Yes. Бен опять ответил правильно. Да, он видеоблогер. Я загадал одного видеоблогера. А ты, наверное, уже даже начал догадываться, кого же именно. Да? Ваш персонаж стал знаменитым благодаря компьютерным играм? Yes. Да, Бен, ты откуда все знаешь? Я не понимаю. Он пока что на все вопросы отвечает реально правильно. Да. Есть ли у вашего персонажа борода? Бен, что, есть борода или нет? А что ты угораешь-то? Ну, есть там борода, ну так. Ну, как бы, ну, yes. Да, есть. Хорошо. Очень смешно, конечно, это все. Ваш персонаж ведет канал на YouTube вместе со своей девушкой? No. Бен мне подсказывает, что ответ нет. И он пока что думает реально правильно. Нет, он ведет этот канал один. Ваш персонаж играет в Roblox? Мне кажется, то, что Бен вообще даже не знает, что это за игра. Бен, ты знаешь, что такое Roblox? Yes. А, реально? То есть ты в него даже еще и играл? Yes. Офигеть! А может тогда Бен с тобой вместе в следующий раз в Roblox поиграем? Yes. Если ты хочешь, чтобы это действительно произошло, поставь лайк на это видео и напиши это в комментариях внизу под видосиком. Но, блин, в Roblox с Беном я еще не играл, конечно. Бен, а ты че Акинатору-то ответишь? Он в Roblox играет или нет? Yes. Да, правильно, конечно, играет. Ваш герой скрывает лицо? Тут я даже у Бена спрашивать не буду, просто скажу, что не скрывает. Я думаю, то, что Бену лучше немножечко отдохнуть, а то у него там, наверное, мозг уже кипит от этого всего. Вон, ты на него просто посмотри. Мне даже его как-то жалко уже немного стало. У вашего персонажа одежда фиолетового цвета? Бен, не переживай, я сам отвечу на все эти... Ну ладно, я сам хотел ответить, но нет, так нет. Ваш персонаж носит корону? Ну давай, Бен, отвечай, раз уж ты так сильно хочешь. Нет. Правильно ответил, молодец. Откуда Бен вообще все это знает? А, ну да, Бен же знает абсолютно все в этом мире. Совсем забыл. У этого персонажа есть сын? Нет. Полностью с тобой согласен, нету. Каркает ли ваш персонаж? А что здесь смешного? А что ты угораешь там? Ты мне на вопрос просто ответь, точнее, Акинатору, каркает персонаж или нет? Нет. Вот, так бы сразу, а то угорать с чего-то начал. Совсем дурак, что ли? Ваш персонаж носит ящерицу на плече? Бен, я даже догадался, про кого имеет в виду Акинатор. Если что, он говорит про Пози. Но я не Пози загадывал, так что нет. Ящерицу на плече он не носит. Связан ли ваш персонаж с игрой Roblox? Чё-то я приколы не понимаю, Акинатор, ты же уже про Roblox спрашивал. Ну да. Ваш персонаж читал апологию Сократа. Бен, походу, ее читал, ему не понравилось. А вот персонаж-то этот читал или нет? Нет. Ну вот, не читал. Но, видимо, Бен ее не советует. Я на самом деле вообще даже не знаю, что это такое. Ну, ладно, послушаем просто Бена. Ваш персонаж связан с игрой Майнкрафт. Да чё ты, блин, опять угораешь-то? Что в этом смешного? Что смешного в этом вопросе? Он просто спросил про Майнкрафт. Ну да, но не снимаю я его больше. Да, связан с игрой Майнкрафт. Блин, да я спалился, но я хотел, чтобы вы угадали то, что да, я загадал на самом деле себя. И мы же с Беном сейчас сидим, и он про меня, походу, реально все знает. Он на все вопросы отвечает правильно. Ну, на некоторые, конечно, угорал. Если ты сам угадал то, что я загадал кубика, то и сам себя же, напиши об этом внизу в комментах под видосиком. И я твои комменты, конечно же, буду лайкать. Но, блин, я спалился вообще максимально случайно. А теперь давай проверим, знает ли меня Акинатор или нет. Петер ржет там, дурак. Ваш персонаж связан с мультфильмом «Сказочный патруль». Я знаю только «Щенячий патруль». Про «Сказочный» вообще даже ни разу не слышал. Не, не связан. Ваш персонаж в очках? Нет. Бен, ну тут вообще-то и так очевидно. На мне же сейчас очков нету, я вообще их никогда не носил. Ну, конечно, только солнцезащитные. Ваш персонаж знаком с Тайлором Пози. А это кто такой? Бен, ты его знаешь? Нет.
Вот и я не знаю, нет. На вашем персонаже есть бинарный код? Бен, возможно, для тебя это вообще слишком сложное понятие. Давай я лучше за тебя отвечу, хорошо? Нет, если что, нету. Ваш персонаж был облит кипятком в детстве. Ёк, Макарёк, ты чё такие вопросы спрашиваешь? Да нет, конечно. Зачем оно надо вообще? У вашего персонажа окрашены волосы. Не, волосы я ни разу не красил. Максимум только дреды делал, ну и как бы я же их не красил. Поэтому нет, не крашеные. Ваш персонаж автоответчик. Бен, да мне даже самому от этого вопроса смешно стало. Ты чё, дурак? В смысле, как это может быть персонаж-автоответчик? Нет, конечно, ты вообще кокнутый, что ли? Любит ли ваш персонаж шоколад? Yeah. Так, Бен, это и так понятно. Как можно не любить шоколад? Конечно же, шоколадки я люблю, поэтому отвечу, да? Ваш персонаж школьник? Yeah. Бен, ты что, дурак, что ли? Ты чё такое говоришь-то? Сам ты школьник, я вообще-то школу уже давным-давно закончил. Нет, вот в этот раз меня он хотел пранкнуть. Ад, блин. А мы смогли пранкануть Акинатора. Я думаю, что это Пози. Не, Акинатор, ты все-таки ошибся. И ты даже рассмешил Бена. Ты посмотри, он там сейчас вообще уже в истерике. Нет, если что, ты был неправ, а мы давай продолжим. Дадим все-таки Акинатору второй шанс. Ваш персонаж носит корону на скине в Майнкрафте. Бен, если что, он говорит про Аида. Нет. Я корону не ношу, я просто Бену подсказку дал, а то мне кажется, что он Аида-то вообще не знает. Yeah. А, знаешь? Yeah. А. Тогда сори, зря быканул, корону не носим. Есть ли механический глаз у вашего персонажа? Бен, чё скажешь? Yes. Ты дурак? Где ты увидел здесь механический глаз? У меня даже на скине его нет в Майнкрафте. Смешно ему опять. Дурака, я в шоке с него. Ваш персонаж связан с игрой Roblox. Да ты уже третий раз про эту игру спрашиваешь, ты дурак что ли? Да, я играл в нее, у меня даже недавно видосик выходил по Роблоксу. Много часов спустя. Я уже так сижу, минут 5. И Акинатор все еще думает. Там Бен уже даже уснуть успел, как ты понимаешь. И что делать теперь? Мне кажется, или Акинатор уснул вместе с Беном. Короче, пока Бен спит, я придумал еще одну очень интересную штуку. Но для этого нам придется закончить эту игру. И Акинатор, походу, нифига не смог угадать. Если что, просто страницу обновил. И сейчас я загадаю другого очень интересного персонажа. И Бен даже не подозревает, кого именно. Ваш персонаж существует в реальности. Правильно, Акинатор. Разговариваем максимально тихо, чтобы Бена не разбудить. Частично существует. Я не знаю, давай я лучше скажу, что нет. Ваш персонаж человек? Нет, он не человек. Он вообще дурак какой-то. Нет, не человек. Ваш персонаж похож на животное? Похож, похож. Еще как похож. Он та еще... Ну, вы, короче, поняли. Да. Бен. 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 Отдрыхнет ему вообще пофиг. Короче, можно нормально разговаривать. Ваш персонаж робот? Ну, как сказать... На робота он не совсем, конечно, похож. Нет. Этот персонаж носит одежду? Не. Я на нем одежду ни разу не видел. Он что, получается, голышом, что ли, ходит? Ёк, макарёк, нет, одежду он не носит. Ваш персонаж собака? Ну... Да. И походу ты уже даже догадался, какого персонажа я загадал. Ваш персонаж из мультфильма «Говорящий кот Том и друзья»? Блин, а я не знаю, а что если он снимался в этом мультике, потому что это вроде бы реально самый настоящий друг говорящего Тома. Давай скажем, что да. Я думаю, это говорящий Бен. Офигеть, Акинатор реально смог угадать Бена. Ой, Бен, доброе утро. Я, если что, это, ну, не загадывал тебя... Короче, все, давай, просто на канал подпишись и предыдущее видео посмотри. А Бен, походу, опять начинает на меня немного злиться. Да, Бен, успокойся ты, что случилось-то? Я вообще не виноват.